Срочное сообщение сейчас приходит из Молдавии. По данным агентства РИА Новости, в аэропорту Кишинева задержан лидер оппозиционной нашей партии Рената Усатой. Его сторонники активно выступают за отставку руководства страны. Досрочные парламентские и президентские выборы в конце сентября. Манифестация в Кишиневе собрала, по некоторым данным, до 50 тысяч человек. Подробности сегодняшнего задержания пока не сообщаются. Известно, что в начале недели против оппозиционера было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в нарушении тайной переписки. Произошло это после того, как в сети появились записи, на которых, как утверждалось, бывший премьер обсуждает передачу ему крупной суммы с неким бизнесменом.